Вот сейчас мы поговорим о тушах, которые у меня есть. У меня их всего 5. И сейчас я вам немножко расскажу о рейтинге своих тушей. Первое место я отдаю туши вот этой, Giordani Gold. Чем она мне нравится? Это тем, что, несмотря на то, что у нее пластиковая кисточка, и очень многие не любят пластиковые кисти, и даже вот я знаю, что клиенты, когда покупают, говорят, ой, пластиковая не буду брать. На самом деле, эта тушь очень-очень супер наносится, отлично держится. Она является удлиняющей, но, несмотря на то, что она заявлена как удлиняющая, она, в принципе, очень хорошо прокрашивает ресницы и придает им небольшой объем. Поэтому очень аккуратно ложится. Реснички живые, то есть они мягкие, потому что есть туши, когда наносишь, они ресницы как пластмассовые становятся. Поэтому вот эта тушь мне очень нравится, я отдаю ей первое место. Второе место я бы отдала вот такой неказистой туши. Она у нас очень-очень мало продается. Ну вот по моему опыту продаж, я могу сказать, что ее заказывают очень-очень мало. Потому что у нее специфическая кисточка, видите какая. То есть кисточка плоская. С одной стороны у нее идут зубчики частые, с другой стороны редкие зубчики. Это тушь, которую рекламировала Алсу когда-то у нас. Но мне она очень понравилась. Она так замечательно ложится на ресницы. Она их разделяет, она их подкручивает. Она придает им объем, она придает им длину. Но я пользуюсь в основном вот этими зубчиками, которые идут более частые. То есть вот этими я пробовала, как-то не очень меня вдохновило вот этот объем. Ну вот я больше пользуюсь вот этими. Но вообще тушь изумительная. Все реснички абсолютно разделяет. Я бы вот ей отдала второе место. Третье место я отдаю вот этой туши, которую у нас рекламирует Тина Канделаки. Эта тушь. Чем она мне нравится? Итак, эта тушь, у нее очень специфическая кисточка, к которой нужно привыкнуть. Видите, она такая винтообразная. Но заявлено, что эта тушь ухаживает за ресницами, и она способствует их росту. И действительно, я проводила эксперимент. Я уже говорю, что я все туши пробую на себе. Всю продукцию стараюсь протестировать. И вот чем она мне понравилась, это тем, что действительно реснички через 3 месяца использования этой туши стали намного гуще и пушистее. То есть у меня даже есть фотография ВКонтакте, выложена на моих ресурсах. И в принципе я довольна, осталась результатом. Ну и так она вот обыкновенная тушь. Такая вот не хуже, не лучше. Не скажу, что я прям там супер в восторге от нее, но тем не менее она мне понравилась. Именно вот из-за своего ухода. Четвертое место я отдаю туши, которую рекламировала Ани Лорак. Идет интересная такая кисть. К ней тоже не сразу можно привыкнуть. Но она относится к удлиняющим тушам. И в принципе мне нравится то, что она очень хорошо прокрашивает реснички. Я очень долго пользовалась ею, когда она была новиночкой. Покупала ее 2 раза. И вот сейчас она у меня осталась. Так, ну и пятое место я отдаю туши вот этой, которую сейчас рекламирует голливудская актриса Малин Акерман. При помощи этой туши я делала мастер-класс с макияжем. Ну вот у нее есть, я отдаю ей 5-е место среди моего рейтинга туш. Чем плюсы какие? Все-таки она дает эффект накладных ресниц. Очень такой достаточно хороший эффект, заметный эффект. Но я не очень люблю туши, которые, вот знаете, много-много туши на кисть набирают. То есть, посмотрите, вот она вся-вся в туши, в самой вот в этой. Поэтому для меня немножко как бы грязновато получается, да. Поэтому я, несмотря на то, что все-таки в арсенале Oriflame есть еще туши другие, вот у меня есть 5 тушей, которыми я пользуюсь периодически в зависимости от ситуации. И я бы вам посоветовала их всех попробовать тоже, чтобы выстроить уже свой рейтинг.